Разминка! Ложимся на комочок, выпрямляем обе ножки, мышцы в тонусе, все хорошо. Увидите, мышца напряжённая. Ваша задача сейчас поднять вашу подвздошную мышцу на уровень латерально-обходительного бедра пертатриальной кости. Ничего здесь не понятно. Вот. Делаем лягушечку. Ручки, ножки, а! Что, долго лежать будем? Поднимайтесь! Здравствуйте. Это гамак. Мы на гамаке можем делать мушки, аисты там. Добрый вечер, начнем с разминочки. Мушку на гамак и ля-та-ти, ти-та-та. Добрый вечер, Иван Петрович. Петр Иванович. Как ваше, ничего? Отлично. Чайски, смотрим, прикупили. Заработали? Заработали. Так, наша компания сейчас немножко пошла на спад почему-то. Так, я сразу скажу, денег не дам. Привет, привет. Как ты? Супер, ты тоже прекрасно. Ну что, пойдем? Пойдем. Русский, что ли? Зиму сладкий! Давай! Привет! Отлично, я вижу, что уже ну все, пока! Чмоки! Сучка! Море, море! Что? Максим, сними меня, пока солнце! Давай! Кто так снимает, а? Чё у меня тут жопа толстая вообще? Ксюха, мы можем хотя бы один раз нормально отдохнуть? Никогда больше с тобой никуда не поеду! Здравствуйте. Ребята, всегда можно найти компромисс. Прям всегда. При любой ситуации. Я же сфоткал её. Посмотри, как он на фотке делает. Это толстая вообще. Ксюша, ну он старается. И вообще, Максим очень импозантный молодой человек. Спасибо. Пошла ты сама, что, охерела, что ли? Ох ты ж**а! Славью! Стой, тварь! Компромисс. Классно ты ее вгрела. Я люблю тебя, Максим. Я тоже люблю тебя. Так, Саша и Маша, 503. Следующий. Здрасте. Подходи, садись. Садись, что ты встал? Так, не бойся, Ибрагим. Меня Артур зовут. Я знаю. Ибрагим, это я. Молчу. На душе так хорошо. О том, что ты прошла. Так. Открываем ротик. А. Что, больно, что ли? Ага. Хорошо! Я сразу предупреждаю, я практикант, на первом курсе учусь. Зато бесплатно. С Богом. Вам нашу анестезию или импортную? Ну, давайте нашу. Ну что, инструменты готовы? Да. Максим!
палки стричь собрался? Да. Иди стриги ванную. А чё? Стриги ванную, я сказала. Окей. Ты чё, Максим, офигел? Чё? Это вообще-то общая вода, мы с тобой туда вдвоём пьём, блин, а ты туда что? Ты отпускаешь все эти микробы, а биологию не изучал в школе, да? У тебя там микробы, блин. Я в курочку налилась теперь. А если я тебя сейчас поцелую? Ну и чё? Так это же то же самое. Ой, с тобой спорить бесполезно вообще. Вот. Всё, не надо меня целовать, не надо меня трогать, пожалуйста. Ксюха, я люблю тебя. Всё, убери, я не буду её пить. Но я тебе немножко поменял бы имидж, потому что... Дима, Наташа, у тебя причесочку, а? Такая смешная, смотри сюда. Вчера тоже один долбоебы подъехали к нам, короче, блядь, во двор, блядь. Пацаны, вообще, ребят. Едет, он открывает холодильник, а там холодец трясет. Он ему, не трясись, я за сметаны. У меня вся Монако в недвижимости. Ты что, у меня дома в Лос-Анджелесе. Я вчера себе Феррари купил. Дал другу погонять, кусочек растет, поэтому я таксист не приехал. Пипец, мы вчера с пацанами, короче, на проспекте Мира. Пипец был. Потому что ты такая красивая, и а давай жить у меня вместе, у меня дом есть. Капучино, пожалуйста. Ваш кофе, сэр. Будьте добры, кофе. Ложкой снег мешая. Молодой человек. А, я. Можно кофе? Какой? Вкусный. У нас все вкусное. Ну давайте латте. Латте! А ребят, короче, есть он такой дома, холодильник открывает такой, а там холодец трясет. Он ему, не трясись, я на сметаны. А ладно, Сингапур, пожалуйста. Ага, сейчас. А, сюда. Кирилл Алексеевич, а как латте Сингапур делается? Под Сингапур, пожалуйста. Говорила внимательно, скрипку иди. Hey, you. Вот, смотри. Вот она пошла. Я сам тебя посмотрю, получается. Ноги убери. Стриги давай. Ты чё?